Всем привет! Костя Суханов. 26 апреля 1986 года я родился. В один день с Чернобылем, к слову. Закончил я ГИТИС в 2007-м, не суть. Больше 50 работ в кино у меня. Крайне это 34 сезон «5 минут тишины». НТВ, ОРТ. Рома Курцин, да, ну все знают. Изначально из меня еще с папиных дочек видели какую-то комедию. А потом, вплоть до подлеца, который беременных женщин кидает, вот такой вот. И все было. Менты, бандиты. То есть вот так вот, чтобы я конкретно в каком-то амплуа зашился, такого нет у меня. Сильно ржали, это вот прям мне запомнилось так, это на площадке папиной дочери. Ты где учился? То есть ГИТИСа, в ГИТИСе так учат, да? Ну это было прикольно. Они потом хотели меня на веника, но я корпоративы вел, поэтому мне было не до кино, да. Искреннее счастье, которое, возможно, каким-то образом из-за тебя у кого-то произошло. Вот тогда да, тогда о. Негатив – это, скорее всего, предательство, вот прям с чистой воды, когда ты душу человеку открыл, и тебя просто туда вот плюнули, предали, обманули, плюнули, предали. А слезы – это, наверное, потеря близких, вот если говорить о том, я отца потерял не так давно, я поэтому понимаю, о чем я говорю.